честные рабочие, малыши, взрослые и прочие. Что завтра нам пророчит? Что завтра нам пророчит? И если ты вместе с нами, повторяй, пришло время сдвинуть камень. Если пламя от нам уберечь, от ветра не успеть тепла дать, оно станет пеплом. Смогут ли стены превратиться в руки? Сможет ли разум стать для него крыши? У меня спросишь, я отвечу, смогут, если завтра нас будут тысячи. Неожиданно станет лучше. Зачем тогда поэт и простоте сущий? Краски гуще, лишь вперед идущий сможет видеть дальше, жить сегодня, верить завтра. Вот залог жизни, как устав театра. Правда, потеряться просто, дороги не найдя обратно. И все равно мы будем верить завтра неоднократно. От финиша нас двигают обратно к старту. Но жизнь устроена гораздо проще. В общем, если ты не овощ, то понять должен. Жизнь одноразовый, чем дешевый самый презерватив. Снять его можно лишь жить, прекратить. Надеюсь, понял. Ведь завтра, но если хочешь жить, живи сегодня.